мозг, вызывая вирусные артриты, энцефалиты и нефриты. Он может поражать и разные другие системы. Что известно, оно может приводить к повторному повышению ферментов в течение года больше и больше. Кстати, когда вот сказали, что часто поражает детишек, я сразу хочу на минутку перескочить на гепатит В. Почему важно прививать именно детей? Потому что у маленьких детей в возрасте до 5 лет, если он заразился гепатитом В, ну, допустим, от мамы природы, или чуть позже, то в хроническую форму перейдет 90%. Из 10 детей 9 получат хроническую форму, которая перейдет в сердце, потом в рак у детей. Дальше с возрастом этот процент падает до 20. Парень в 30 лет, в 20 лет заразится гепатитом, у него всего 20% шанс перехода в цирроз рак. А вот у ребенка 90, поэтому думайте о детях и не забывайте их прививать. Но это я отошел на секундочку. Давайте посмотрим, у нас есть еще и